Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру «Массовый эффект». Так, смотрится, так я таблеточку съел от геморроя, когда узнал, что зайду в эту игру. Так, ну что нам, по жожоба нахрен будем смотреть. Жожоба, давай. В прошлой серии мы уже таки добрались до этой Бенезии, которая уже нас задолбала за несколько серий, и мы ее убили. Так найдите вот, у нас канал. Уже задание выполнено. Обратный отчет. Найдите канал. Что там на канале сказано? Нужно обследовать Феррес на Верию, добраться до того, как это сделать Сарен. Заданий, как я поняла, пока нет, значит, мы пока куда-нибудь пойдем, наверное. Да? Пойдем, и может быть у нас появится это задание. Мо-мо-мо! Хорошо, куда мы пойдем? Флажок этот убери. Походу только сбивает. Вот почему у нас задания нет? Ну почему? Выходи из комнаты, что-нибудь появится. Что ты, блин, ничего, все выполнено нахрен. Все выполнено. Опас тут ложили нафиг. Что там у нас? Пошли туда. Да. Мама. Походу опять флажок появился. Где? Нет. Странно вообще. А там. Где? Нету ничего. Вот смотри, флажка нет, а ты сейчас закрой карту, и он на карте есть, куда идти. Не здесь, а вот, если ты посмотришь. Ладно, не хочу, нет флажка. Нет. Видишь, вон там стрелочка, да, типа вниз указывает. Ну что, мы вниз пойдем? Нет, пошли. Нет, мы вниз не пойдем, ты иди куда хочешь. Я не знаю, ну будем опять блуждать по этому лабиринту, лабиринт тупости. Лабиринт тупости моей. Бухта. Это что у нас? Пошли туда. Чего? Что там за музыка была? Это у нас, наверное, этот пункт. Да. Выезда. Мы там были вообще, вентиляция. Что это за лифт? Туда сходим, может быть? Давай сходим. Пошли, сходим. Ждем, когда мы уже когда-нибудь дойдем до. А вот еще какой-то проход смотри. Там тоже лифты, хер знает, куда идти вообще. Пошли сюда, сходим. Здесь закрыто, хорошо. Игра тормозит. Ой, жесть, какая игра. Никогда вторую часть не начну играть. Нам вот, кстати, писали. О, что загрузка. Что вроде как вторая, третья часть. Они поинтереснее, а вот в первую человек не играл. Или играл, но я. Странно, почему не играл? Есть, да, тоже непонятно, но. Здесь мы говорим как бы свое мнение об игре, да? То есть вот мы. Ну что мы здесь блуждаем? Что за бред? Заданий нету. Играем, да. Заданий нету. Ни хера нету. Почему их нету? Что там тебе? Автовключение, не хочу ничего отключать. Иди взад. Заданий нету. Что делать? Куда бежать? Тормозить она постоянно. Какая-то игра. Что ей не хватает? Ни одна игра так не тормозит, как эта. Ого, все ей что-то не так. Когда же этот будет... Когда эти титры будут уже нахрен? О. Просто капец. Каждую серию какое-то блуждение. Приблуды три. Короче, нихера здесь нет, правильно? Угу. Или что мы там? Туда, что ли, наверх сходить? Вентиляция, нахуй. Что здесь? Откроешься, нахуй. Мы здесь уже были. Пошли, нахуй. Вот так, вот так вот. Дерьмецо такое здесь ходишь, и все. А никто ничего не говорит, заданий нету. Куда идти, хер его знает. Это закрыта лажа. А куда нам тогда идти? Может, все, тогда закончим. Она закрыта? Да. Подойди к ней поближе. Может, закончим уже играть? Зачем это нам? Все, подойди, я тебе говорю, что она закрыта. А как ты узнал, что она закрыта? Красная, видишь, красная горит. А когда зеленая идти, это как светофор. А вниз спускался вот сюда? Что надо? Ладно, да, это херь какая-то потная. Даже которую открывать не хочется. У нас какая-то тормозуха почему-то здесь нихера не открыть. Вот. Вот так вот первая параша. И вторая будет параша.
Ятаган, да давайте нахер твой Ятаган. Ходить тут гель собирать, вообще бред какой-то. Ну и чё, вот я вниз спустился. А нихера. Ну здесь просто эти ящики. Куда нам идти? Только вниз, получается, если та дверь закрыта. Значит, только вниз. А вниз это куда? Вот сюда, правильно. Пойдем. Пойдем отсюда нахрен. Сейчас куда-нибудь выйдем, опять что-то будет, да? Вот так. Может вот. Быть, или в те лифты, которые там еще были, помнишь? А ты сказал, они закрыты были. Где, да. Вот. Куда, вот сюда нам? Да, да. Пойдем. Там же закрыто, если там закрыто. Вот этот открыт. Короче, валим отсюда. Когда этот геморрой у нас уже залезет обратно? Людям надо было создать эту игру, но не продумать. Значит, едем отсюда нахрен и все. Сейчас кто-нибудь опять мы приедем, опять кто-нибудь вылезет и будет стрелять. Ну просто, наверное, других действий не остается здесь, да? Кроме как вот сюда, наверное, идти. Едем нахер отсюда. Валим вообще отсюда, да, скорее. И скорее бы это все уже прекратилось бы. Что вы еще не доделали, я не знаю. Когда этот саран... Когда мы его присадим из пистолета нахрен? Куда-нибудь, чтобы он откинулся. Молчаливая игра, ничего абсолютно. Эти говорят одно и то же. Она говорит, поджарю лука, возьму себе перьев с этого, с башки, нажарю щей. Мы должны спешить, Шепард. Моя Бенезия сказала, что передала Сарану координаты Мюри-транслятора. Он мог уже пройти через него. Мы не можем за ним лететь. Ретранслятор находится в системах Термина. Там не любят ни корабли Альянса, ни спектров. Что тут угадываем? Канал находится на Иле. Туда направляется Саран. Я планирую ждать его там, когда он появится. Вероятно, весь флот Сарана будет на орбите вокруг Ила. Мы не сможем опуститься на поверхность без подкреплений. Вы должны предупредить совет. Он соберет флот, чтобы сопровождать вас. Это единственный вариант. Экипаж, все свободны. Джокер, сообщите совету. Расскажите им все. Слушаюсь, капитан. Что надо? Что ты там журнал открыл? Давай. А этот что делает? Кто? Ты говоришь, это лук жарит, а этот что делает? А этот... Не знаю, что у него хвостом виляет, он же гепард. Вам удалось выяснить, что настоящий враг это не Саран. А пожинатель по имени Властелин. Ну-ка, нажми два раза. Найдите вот это вот по ходу задания. А, оно почему-то выполнено. Проинформируйте совет. Нажми. Сообщите совету о запланированной атаке Властелина на Цитадель. Как ему... А, надо подойти, наверное, туда, связаться с ним. Так, где наша хреновина? Вот это, наверное. Ну. Радиорубка. Мы где? На назад, правильно? Нам радиорубку. Нет, это она есть. Тогда куда нам сообщать надо? Хрен его знает. Сколько не играли уже, а сообщить я не знаю куда. Мостик. Пошли на мостик. Перейдем через мостик. Все что-то сидят. А что? Что они там делают, да? На. Я до усрачки рад убраться с Наверии. Не знаю даже, что здесь хуже, холод или корпорации. То ли отморозишь жопу, то ли ее продадут по частям. При всем моем уважении, капитан. Мне пора идти. А ты морозь зад. Увидимся. Не понимаю, где задание? Вот, я щелкаю сюда. Проинформируйте совет. Проинформировать совет, нахрен, что там такое имя? Где? Может быть, вот там, где крестик у тебя идет? Или крестик, это что такое? Вот это лажа, куда-то лететь. Это лётка. Я передал на Цитадель текущий отчет, капитан. Нам подтвердили сбор подкреплений. Посол Удина хочет, чтобы мы вернулись на Цитадель. Совет собирает межрасовый флот против Сарана и его гетов. Возвращаемся в Цитадель, Джокер.
Я хочу, чтобы этот флот возглавляла Нормандия. Есть, сэр. Клиец, вы нас смешите, что ли? В сумасшедший дом пора нам снова, чтобы узнать, где Mass Effect 10. Ой, ужас, если узнаю, что и Mass Effect 10 еще проходить, так... Цитайды. Что там совет этот скажет? Он скажет, что потормозись-ка, у вас игра немножечко. Чпок присоски нахрен. Прекрасно, Шепард. Благодаря вам совет предпринял реальные действия против Сарана. Посол прав. Если Саран настолько глуп, чтобы атаковать цитадель, как вы полагаете, то мы будем готовы встретить его. У каждого ретранслятора, связывающего пространство цитадели с системами термина, поставлены патрули. А как насчет МХА? Сколько кораблей вы послали в атаку на Ил? Капитан, добраться до Ила можно только через мю-ретранслятор в глубине систем термина. Если мы пошлем туда флот, капюшон единственным натянул для возможным грубости. Исходом будет начало войны. Время проявить осторожность, капитан. Главное оружие Сарана — это секретность. Если он начнет действовать в открытую, его планам конец. Если Саран найдет канал, мы все пропали. Нам нужно добраться до Ила. Посол Удина, у меня такое чувство, что капитан Шепард так просто это не оставит. Примите во внимание важные политические последствия, Шепард. Благодаря вам человечество сделало шаг вперед, но вы доставляете больше хлопот, чем следует. Подонок! Вы предали нас! Это политика, капитан. Вы сделали свою работу, теперь позвольте мне сделать мою. Мы блокировали системы управления Нормандии. Таким банальным образом, до получения соответствующих распоряжений, вы остаетесь здесь. Давай. Никто не смеет втыкать мне нож в спину, Удина. Никто. Я считаю, вам с командой сейчас лучше удалиться. Пока что вы здесь не нужны. Совет поступит так, как решит нужным. С моей помощью, разумеется. Все нахрен. У меня для вас сообщение от капитана Андерсона. Что ему нужно? Просит встретиться с ним в клубе Сверхновы. Это в жилых секторах. Пафосное местечко. С кем? Сейчас посмотрим по заданию. А что у нас осталось? По умениям. Да мне вообще пофиг, вот это. Как нам подтвердить? Я это возьму и все. Всех, что ли, надо брать? Почему? Только два? Да. Подтвердить состав. Две берешь и все. Два. Внутреннее давление уравнивается с атмосферным. Да классно. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Ну и пускай принимает вахту. Так, ну теперь мы будем смотреть Жо. Обратный отчет открывай. Так. Поговорить с Андерсоном. Найдите, где ты видишь? Ой, второе. Ага. Капитан Андерсон ждет вас в клубе Сверхновая, который находится в жилых секторах. Он может помочь вам покинуть цитадель. Хорошо, пойдем. А вроде все написано, выполнено, да, как бы. Здесь что у нас? Здравствуй, дроид. Ты андроид? Пошли вон туда, к лифту. Мы можем бегать? Нет, мы не можем бегать. Только когда деремся, мы бегаем. Валим. Значит, этот капитан Андерсон, он нам верит, получается? Охренеть, знает, этим удозвон. Ну, это же как...
Представители Экзогени заявили, что закрывают исследовательскую колонию на Феросе. Трудные условия жизни и низкая эффективность проводимых исследований сделали содержание колонии экономически невыгодным. Акции Экзогени резко выросли в цене, поскольку инвесторы остались очень довольны этими неожиданными новостями. Класс. Закрыли. Да уж мы все закрылись. Мы уже. Только, наверное, под конец игры уже будем там все знать. А это уже не конец, или сколько? 50 серий надо? Не, я не знаю, но игра как-то не очень хочется заканчиваться. Если там, конечно, не будет какого-нибудь... Хорошо. Капитан Шепард? Слушай, что тебе надо? Нам надо в этот... Не пойду я к тебе, иди нахрен. Где нам? Жилые сектора, да? Да. Вот жилые сектора. Сверхновые. Вот так вот. Поедем. Так, у нас сейчас, как всегда, какой-нибудь тормоз будет. Большой. Хорошо, хоть тут можно перемещаться. А? Вообще. А то бегаем. Заперли на этом кораблике. И кораблик никуда не выпускают. Прибыли нахрен. Вот он, наверное. Он? Андерсон. Да? Нам нужен Андерсон. А, нет, это... Это Клайв Баркер нахрен. Киллер какой-то. Так. Осторожно, не всем такое можно говорить. Что? Да все знают, что Фист связан с местными бандюгами. Иди ты нахрен, жома. Андерсон нам нужен. Сейчас, да, посмотрим. Может и так. Андерсон. Но я бы не стала кричать об этом на каждом уровне. Но мы сразу увидим его. Вот он. Я бы взял ее обратно. Или не он? Не задумывая. Да, вот он. Давай. Хорошо, что вы пришли. О, этот, в отставке как-то. Я слышал, что случилось. Нормандию заблокировали. Да, я в курсе. Только я не смог вас предупредить. Не было никакого способа передать вам сообщение до посадки. Я понимаю, вы сейчас в бешенстве. Но деваться некуда. Они думают, что все уже позади, но мы-то знаем, что это не так. Вам нужно лететь на Ил. Нельзя, чтобы Саран воспользовался каналом. Незамеченным пролететь в системы Термина я могу только на одном корабле, но он намертво заблокирован здесь. Цитадель заблокировала управление Нормандией. Но если отменить команду блокировки, можно вернуть корабль к жизни. Вы окажетесь в системах Термина до того, как вас хватится. И каков же план? Я могу разблокировать Нормандию с одного из терминалов в центре управления Цитадели. У вас будет несколько минут, прежде чем кто-то поймет, что происходит. Но это закрытая зона с вооруженной охраной. Как вы проберетесь мимо охранников? Это моя забота. Главное, будьте на борту Нормандии, когда я сниму блокировку. Это слишком опасно или что? Вы можете погибнуть. Должен быть другой способ. Приказ о блокировке корабля отдал посол Удина. Если взломать его компьютер, то, возможно, получится его отменить. Он не даст вам так просто подойти к своему компьютеру. Надеюсь, его там не будет. В противном случае я что-нибудь придумаю. Посол ни за что вам этого не простит, капитан. Вас обвинят в измене, а она карается смертью. У нас небогатый выбор. Я проникну в компьютер посла или попытаюсь пройти мимо охранников в центре управления. Выбор за вами, капитан. Я проникну в кабинет посла. Он замешан в этом лично. Ну что, готовы рвать когти со станции, капитан? Еще как готов. Я займусь блокировкой, а вы отправляйтесь на Нормандию и скажите Джокеру, чтобы был наготове. Валим нахрен отсюда. То есть, как только нас разблокируют, угу, так мы и сможем улететь. Так, мы лучше из эту хрень... Простите, солдат. Да. Позвольте отнять у вас немного времени. Извини, чувачок, не надо нам времени. А так, мы не солдат. Президиум? Наверное. Нам надо к этой, к Нормандии нашей. Ну. Кораблику. А вот. Куда это нам? Посольство? Башня Цитадели, что ли? Наверное, да. Пошли, посмотри, я уже ни хрена знает, откуда мы вообще приехали. Мы откуда-то лифт
ехали на лифте. А, значит, нам надо на лифт было садить? Нет, я не знаю. Ну, то чё? Есть попробуй отсюда. В лифт. Экспресс Цитадели. Мы отсюда шли вообще? Вот мы как с советом поговорили, да? А, мы оказались где? На корабле или где мы там оказались? Да. На корабле. Как-то надо выйти на выход. Отсюда или откуда? Я не знаю. Ну, я не знаю. Я не знаю, куда нам ехать. Логово коры, сверхновая. В сверхновую мы не через лифт приехали? Нет. Надо было запомнить хоть кому-нибудь одному, куда нам, откуда мы вообще приперлись. А там нигде не было написано все равно. Пошли в лифт. В лифте мы не были в этом, да? Тому дозвон, это ё-моё. Только президиум, все. Башня финансовая назад. Покой спутницы, посольство. Я не знаю, давай. Где мы были-то вообще? Мы были сейчас в башне Цитадели. Нет, до этого, когда мы на корабле. Вот геморрой-то вообще фуфло. Теперь что, мо нахрен? Зал совета. В лифт, что ли, поедем? Ну пошли в лифт, похрену. Ну что ты тут мешаешься-то, ёб твою мать, иди нахер отсюда. Вон там что за лажа, мудак стоит. Удивительно, этому Шепарду один раз не поверили. Надеюсь, с ним все в порядке. А теперь ему опять не верят, получается. Короче, где наш корабль нахрен? Все. Взад это все. Сейчас, наверное, вообще погоня какая-нибудь начнется. Ай, хер с этой погони. Пускай Шепард умрет, и все, нахрен игра закончится. Лифт везет в президиум. Башня, банк. Ну и чё скажешь, куда нам? Этот лифт идет в президиум. Там находится посольство, башня Цитадели. Я не знаю, куда нам отправляться. Серьезно, просто не знаю. Мы едем вообще? Куда мы едем? Вниз или наверх? Сообщается, что одна из исследовательских станций на Наверии была разрушена. Точная причина в настоящее время неизвестна. Учитывая характер научных исследований, проводимых на Наверии, не исключено, что причиной катастрофы стал неудачный эксперимент. Администратор Анализ отказался отвечать на вопросы, заявив лишь, что расследование продолжается, как и ремонтные работы. Ой, геморройчики. Нет, это не сюда. Где наш сраный корабль? Ой, дерьмо. Это что за дерьмо? Это там, где мы были? Да. Цитадель. Вершина ядра мира. Это где? Это мы еще на этой, на Наверии были. Может, Цитадель башня, смотри. А, или башня, это где мы говорили с этими? Цитадель. Откуда мы приперлись? Автосохранение Цитадель. Вот там, где мы были. Может быть, там, на Цитадель, башня? Оттуда надо валить, да, получается? На башню, получается, надо идти. Где у нас там? Карта нахрен. Не карта, а вот это, то, что перемещает. Перемещалка нас. Нахрен. А где она, эта перемещалка? Поехали обратно, похрен. Жесть, ну просто вообще нету никакого удовольствия играть в эту игру. Вообще никакого, абсолютно. Просто ноль. Жесть.
Наверное, самая геморройная часть это первая. Представители Экзогени заявили, что закрывают исследовательскую колонию на Феросе. Трудные условия жизни и низкая эффективность. Какая сухая игра, капец. Сделали содержание колонии экономически невыгодным. Акции Экзогени резко выросли в цене, поскольку инвесторы остались очень довольны этими неожиданными новостями. Да похер мне на твои новости вообще. Давай, где мы там приехали, где там? Едем. Приезжай быстрее, етицкая сила. Где здесь этот геморрой был, да, перемещение? Хоть бы бегал бы побыстрее, ёб твою налево. Легкая прогулка. Да, вообще непонятно, куда идти. Надеюсь, с ним все в порядке. Пошел ты взад, это не ты. Вот это херь. На, дебилоид. Ну и что здесь? Ох. Ну, фуфло-то, ё-моё. Сверхновое. Что это такое сверхновое? Там мы были, да? Да. Короче, взад. Здесь мы закончим. Это фуфло. Гемор. Вообще гемор. Подписывайтесь. Непонятно, куда идти, да? На канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. И ставьте дизлайки. Пока. Пока.